Друзья, всем привет! С вами Павел Андреев Максимов, и мы находимся по традиции в штаб-квартире Point Blank. Сегодня мы проведем жеребьевку для боевого дивизиона. Как вы видите, здесь 8 групп, у меня здесь 32 команды. Соответственно, мы будем распределять по очереди по одной команде в каждую группу. Соответственно, по 4 команды в каждую группу. Ну что ж, приступим. Первая группа – команда Easy Amatorka. Поехали. Вторая группа. Гифи и спорт. Едем дальше. It's our time. Третья группа. BBC. Научные ребята. Группа номер 4. Savage. Группа номер 5. Микс стрим. Группа номер 6. Любители рыбалки. Опарыши. Группа номер 7. Good luck, have fun. Группа номер 8. Продолжаем разговор. Ultimax eSport. Группа номер 1. Хлопья. Группа номер 2. Юник. Группа номер 3. E5. Наверное, E5. Группа номер 4. Resistance. Группа номер 5. Just Smile. Группа номер 6. Фелсч. Сложное название. Группа номер 7. Апрайзинг. Группа номер 8. Just 5. Группа номер 1. Madhouse. Группа номер 2. Восклицательный знак HP. Группа номер 3. Refraction. Четвертая группа. Арена по ВНЗ. Группа номер 5. Just Joke. Группа номер 6. Power Rangers. Группа номер... Какая? Правильно. Номер 6. Точнее, 7. Cyrex Gaming. Группа номер 8. Ну что ж, закрываем группы. Осталось 8 бумажек, 8 групп. Распределяем. По фэншую. Группа номер 1. Five Palms. Группа номер 2. BP eSports. Группа номер 3. Defense. Четвертая группа. Наверное, это читается как авангард. Группа номер 5. И Future G. Группа номер 6. Five Independent. Группа номер 7. И последняя команда 3. Ну что ж, друзья, пожелаем всем удачи. Вот. Всех служивших ВДВ я поздравляю с этим замечательным праздником, с Днем ВДВ. И до встречи на виртуальном поле боя.
пусть победит сильнейший.